Предоставляю слово президенту Российской Федерации. Россия со своей стороны предпринимает максимум усилий для обеспечения критической продукции нуждающихся в ней стран. Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности. Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому «золотому миллиарду», замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет. Хотел бы обратить внимание, что Россия вместе с Китаем разработали проект. Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом, играет Азия, где крепнут новые центры силы. Страны азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста. По борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей.